Наша конструкция позволяет нам получить выигрыш в силе более чем в 4 раза. Плюс червячный редуктор работает без электроэнергии. Это нехитрое устройство поможет автоматизировать укладку заготовок на производстве. Свою разработку подростки презентовали на фестивале умных проектов. Разнообразие детских исследований поражает. Здесь можно увидеть как дистанционную метеостанцию, так и робота, который ищет следы радиации. Для него были изготовлены специальные 3D-модели, исходя из размеров основы и самих компонентов. А также мы создали свой дозиметр, который уже спокойно может передавать свои данные в программу. В этом году на фестиваль заявились почти 500 школьников и студентов колледжей со всего Южного Урала. Чтобы довести свои работы до ума, у них ушел целый год. Курировали участников наставники от предприятий и институтов. Так завод ЧКПЗ предложил юным гениям идеи сразу для 2 разработок. Контроль геометрии – это очень важно для нас, да, когда у нас идет массовое производство продукции. Не всегда человек способен посмотреть каждую штучку, размеры у них разные, чтобы это было автоматизировано. Безусловно, все темы проектов – это реальная боль, так скажем, производства. И с помощью, получается, детей мы реализуем и устраняем эти недостатки. Челябинская область регулярно входит в тройку регионов-лидеров федеральной инициативы. По мнению чиновников, такое внимание к детским идеям мотивирует их продолжить свою карьеру на малой родине. Строятся новые школы, оснащаются лабораториями. Сегодня даже самые отдаленные уголки Челябинской области имеют такие ресурсы, как точки роста, IT-кубы. Но самое важное, чтобы наши талантливые дети нашли себя в регионе, чтобы они в будущем поступили в наши ведущие южноуральские вузы. После защиты проектов лучшие из них будут использованы на реальном производстве или для защиты магистерских работ. Наталья Петрухина, Андрей Грищук, 31 канал.